Въезд в Чебоксары только после взвешивания. Такое правило будет распространяться на весь большегрузный транспорт с 1 по 30 апреля. Подробности прямо сейчас. Дорогам регионального и муниципального значения, которые после зимы не в лучшем состоянии, дают отдыхать от большегрузов каждую весну. Цель – предотвратить разрушение покрытия, которое в период паводка, а значит сильного увлажнения грунта, становится особенно хрупким. На всех 5 въездах в столицу Чувашии уже установили пункты весового контроля, выставили предупреждающие знаки. Ограничение не распространяется на международные перевозки грузов, пассажирские перевозки, перевозку продовольствия, почты, лекарственных препаратов, топлива и некоторых других грузов. Прочие тяжеловесы в город пропускать тоже будут, правда, только те, у кого есть разрешение на передвижение. Платное. Вводится временное ограничение движения транспортных средств с нагрузкой более 5 тонн. И на ось при одноосной тележке 4 тонны, при двухосной тележке 3 тонны, при трехосной тележке 2 тонны на ось. Стоимость разрешения проводится согласно постановлению номер 934, постановление правительства от 16 ноября 2009 года. И в среднем составляет для транспортных средств до 9 тонн 8 тысяч рублей, для транспортных средств до 16 тонн 20 тысяч рублей, для транспортных средств до 25 тонн 35 тысяч рублей и для транспортных средств свыше 25 тонн около 60 тысяч рублей. Если нет разрешения, придется заплатить штраф. Водителям большегрузов от 2 до 2,5 тысяч рублей, должностным лицам 15-20 тысяч, юридическим лицам от 400 до 500 тысяч рублей. Контроль будут вести не только на въездах, уже закупили 2 передвижных поста весового контроля. В прошлом году выдача разрешений и штрафы за передвижение большегрузов по Чебоксарам принесли 8 миллионов рублей. Все деньги пошли в дорожный фонд города.